Ливанцева Ольга, управляющий директор. У меня обалденные результаты, может, многие видели уже, выкладывали в наших чатах. У нас ребенок инвалид, сложное орфанное заболевание редкое. В общем, когда мы начали принимать продукт, я сразу не заметила. Заметила тогда, когда у нас закончился. У нас были эпилептические приступы по ночам очень часто. Бывало, что до 5-6 раз приходилось оставить, успокаивать дочку. Начали принимать продукт, в основном релакс. Она стала спокойнее, взгляд стал открытый, то есть аутистический такой настрой у нее пропал. Стала общительнее, она у нас не разговаривает. И когда я ей дала буквально 2 же брейна, она у нас слога заговорила, сказала мне «мама». Прекратились эпилептические приступы. Закончился релакс, снова начались. Опять стала давать релакс, снова хорошо. Вот теперь мы спим с релаксом. Замечательно. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.